вот 4 утра 35, а мы уже стоим в очереди, чтобы сесть на поезд с котомками. О, там она где-то. А поезд там, да, главное не перепутать. Почему? Я уже вижу, вон она написана. Название, ну-ка почитай-ка. Сам читай с утра такое название. Алантаятамбо. Да. Вижу, вижу. Вот это вот значок. Вот, важный, проламов. Ну? 9, 9, 10, 11, вот твое, 17, 18, 13. Деньги заполучены. Да, лезем туда, лезем. Руины восстановлены. Да. Смотри, а лифт сделан там? Лифта нет. Главное вот мне не споткнуться и не навернуться со всем этим по ходу пьесы. Ты под ноги смотри. А я не могу, я в камеру смотрю. Нет, ты камера пустая. Вот там вот туда надо залезть. Ой, блин, комуха. Да. Надо снимать, пока людей нет. Почему? Ну, снимать. Это к вам много людей не будет. Будет, будет. Да, конечно. Ну, в такую, да, жару, кто сюда полезет-то? Я все время забываю, что по горизонтали выглядит все это лучше, если смотреть впоследствии. Если смотреть? Да. Но я не знаю, выживем ли мы. Выживем. Останутся от нас одни только эти. Ну, для детей. Значит так, мы все-таки карабкаемся на эту гору, будь она неладна. Основная масса населения осталась где-то внизу. Командир, как всегда, впереди на боевом розовом коне. Ту-ту кричит. Вот. В целом погода хорошая. Мне жарко. Вот так вот. А вон туда набегают тучки. Тучки? Красота неимоверная. Просто пипец. Потому что аудио лучше выключить, материться нельзя. Вот мы оттуда шли, вот оттуда, вот шли, вот оттуда. Вот. И пришли. Но это еще не конец. Ты можешь показать наверх. Во. Гаси. Нет. Вот еще туда ползти. Они сидят, отдыхают. Да, приползли мы вот оттуда. А Мачу-Пичу? Да. Вот на той стороне. Это приблизительно вот так. Вот. Карабкать вот на этих вот ступенечках, которые меньше размера моего ботинка. Можно, конечно, наебнуться. Можно. Потому что, ну, держишься за стенку, все культурно. Страховка, все дела. Безопасность. Наше все. Вот. А вот туда еще камни затащили, там что-то построили, гады. Вот. Ради этого и ползем. Вот Аня устала. Там, замерзла, да?
ветер. Finally. Вот шли, шли, шли. И вот дошли. Здесь вот такие вот волшебные окошки. Здесь это дом. Да, был дом. Люди. Феноменально красиво. Прекрасные виды. Там вот где-то Мачу-Пичу. С той стороны от этого прекрасного дома. Крыши на нем, правда, нету. Ну, крышу меняли. Да. Все красиво. Умели дом строить с видом на горы? Ну, расскажи, Аня. Как ты ощущаешь себя? Walk carefully. Вот это вот для маленьких инков. Ну, посмотри, вот какие высокие ступеньки они. Не, ну ступеньки хорошие. Ступеньки, извини, не хуже, чем вот тот, почему сейчас мы карабкались. Не, ну они-то маленькие. Но зато с каким они карабкались. Смотри, с каким видом они карабкались. Облака просто, вот они. Вот такая тут дорожка. Вот такая вот стена. Забрались. Вот по той лестнице. Самое высокое место, куда мы залезли. Там. Там дальше будет ниже, да? Мачу-Пичу, да. Речки. Люди, которые карабкаются. Меня мотает. Весело. Бэкпэк надо снять, Виталий. Кого? Бэкпэк надо будет снять. Потому что я не пролезу? Потому что ты не пролезешь. Здесь очень низко. Каждый мячки надо. Ой, тут вообще нет. Ты треснулась головой? Но зато виден свет в конце туннеля. Да, это радует. Расскажите про ваши ощущения. Понятно. Ну, в общем, описывается это вот так. Это вот мы шли там, шли, что там мальчики играются. Потом вот карабкались там наверх, 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 карабкались, 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 карабкались. И вот, вот там вот наверху такой домик. Это вот был тот домик, где я фотографировал. И краешек, на котором я сидел. Все очень красиво. Деревце, под которым Аня, ну не будем говорить, ладно. Я заслужила после, и он заслужил. После забирания вот туда хорошего, вкусненького чего-то. Вот у каждого свое. У кого-то пиво. Чирс. С косадильей, да? Косадилья она? В общем, пирожок с курицей. Ну, красиво звучит. И кофе с торта-опера.